Участие в нем принял и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Присутствующие рассуждали на тему, какой риск они считают ключевым для развития экономики в ближайшие 5-7 лет. По мнению большинства, это перенос реформ. На втором месте лидировал ответ – ужесточение санкций, на третьем – падение цен на нефть. Деловой завтрак открыл второй день экономического форума. Сегодня запланировано еще много встреч и переговоров. Главное – это, конечно, пленарное заседание с участием президента Владимира Путина.